Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у вас на разборе телефон Samsung, модель. Сейчас скажу. Модель у нас G530H Galaxy Grand Prime, насколько я помню. Так, будем его разбирать. Для разбора нам понадобится пластиковый медиатор, которым я не пользуюсь, в принципе, никогда. Но сегодня вам понадобится, что еще, где же у меня все вообще, что на столе хаос происходит. Пинцеты не нужны, отвертка нужна, крестовая, да и все, наверное, я так думаю. Осложняет нам разбор телефона дисплей. Дисплей мы снимать не будем, нам он не нужен, он исправен. Дисплей у нас приклеен по периметру на скотч, это усложняет наш разбор. Для начала откручиваем все винты, у нас их не так уж и много, так что откручу их сейчас по-быстрому. Винты у нас обычные крестовые. Закручены не так уж сильно. Так, и еще пару болтов. Здесь и сверху еще один. Также мы имеем заглушку шлейфа дисплея в верхней части телефона. Мы ее извлечем, просто чтобы было. Есть. Берем в сторону. Дисплей у нас IPS, не AMOLED. Мягкий. Тем не менее, сильных усилий прилагать не стоит, чтобы дисплей не повредить. Подлазим какую-нибудь из сторон медиатора, мы начинаем потихоньку отклеивать дисплей от рамки. Главное, не спешите, сопропану улить нельзя, так как у нас IPS, можно залить подсветку. Сейчас все менять. И легкими движениями мы потихоньку рамку отклеиваем. Так, внизу рамка уже отклеилась полностью. С боков еще не до конца. Угу. Телефон следует забирать с нижней части, так как у нас в верхней части находится разъем под наушники 3.5 джек, который не даст нам снять крышку сверху. Так, верхняя часть тоже отклеилась у нас. Поддеваем аппарат, и вот в этом месте у нас имеется защелочка, мы ее отщелкиваем и извлекаем крышку. Крышка извлечена, здесь у нас ничего интересного нету, все у нас здесь. Отщелкиваем шлейф дисплея, отщелкиваем фронтальную камеру, убираем в сторону, отщелкиваем разговорный динамик, полифонический динамик, и извлекаем аккуратным движением материнскую плату, поддев верхней части и сняв нижнюю защелку. Все, плата извлечена. Плата очень тонкая, очень легко сломать. Будьте осторожны. На этом телефон у нас разобран. Больше мы никуда не подлезем. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.